Всем доброго здоровечка. Давно на моем канале не появлялось вот это вот животное, удивительная коза, которая живет у моей тещи. И вот сегодня она опять в эфире. Более того, у нее недавно появилась сам малыш, козочка. И вот сейчас я чем-то буду вкусненьким кормить вот эту вот красавицу и ее ребенка. Он тоже уже ест травку и различные растения. Первым блюдом нашего меню является листья грецкого ореха. И попробуем дать малышу. Малыш ест. Ой, ест. Плохо видно, конечно, из-за мамы. Смотрите, как умилительно ест малыш. А вот земли не хочет брать. А ну-ка, будете. Опа! Класс! Еще. Раз. Вот ты жадная. Давай, малыш, давай, а то мама слопает и не поделится. Так, что, уже? Вот ты какая! На второе у нас листочки кормовой свеклы. И на десерт у нас клубника. Так, сначала малышки. Что-то малышка не очень. А старая коза любит клубнику. Опа, малыш не хочет. Вот с земли, кстати, коза не ест. На. А, съела все-таки, да? Ну куда ты через сетку? Вкусная клубника, да? Вкусная. А вот упавшую клубнику коза не съела, потому что там, что там? Сейчас покажу. Какашки. Коза, коза, дереза. Подписывайтесь на канал. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.